вечер, Юрмала. Лабакар, Юрмала. Сегодня замечательный солнечный день. Прекрасный день. И думаю, что у вас прекрасное настроение. А за кулисами волнение нарастает, как волна, как девятый вал. И действительно, потому что конкурс – это дело такое хитрое, какое-то никому непонятное в мире. Вот поет человек до конкурса замечательно, потрясающе. После конкурса – ну, просто потрясающе. Выйдет на сцену, ноги не двигаются, руки не двигаются, слова забыл, стопор абсолютный. А бывает наоборот. Ну, блеснет человек на конкурсе в это мгновение. Ну, просто сумасшедшей красоты голос, внешность, все, песня. Проходит конкурс, где этот человек, что он поет, кому он нужен, непонятно. Вот такое вот хитрое дело конкурс, как сама жизнь. Потому что жизнь – это тоже конкурс. Конкурс у нас начинается с детства. Учителя нам ставят отметки. Это наше первое жюри. Потом конкурс в институт, экзамены. Потом конкурс красоты. Потом женихи выбирают невест, невесты женихов. То есть жизнь – сплошной конкурс и борьба. Порой борьба с цинизмом, с недоверием, несправедливостью, злом. И уж в этом конкурсе жизни пусть нам помогает самый главный председатель жюри жизни Всевышний. Но сегодня на этом конкурсе наши боги – это вот члены жюри. И хочу сразу сказать, что сегодня удивительный вечер, потому что у Игоря Яковлевича Крутого день рождения. Поздравляем! Happy birthday to you! Вам здоровья и счастья, новых хороших песен, мира вашему дому, счастья вашей семье. Ну а если что, не дай бог, то поверьте мне, мы и я рядом. Да-да. Маленький в эту стужу я тебя на руки посажу, и тебя чаем я напою, твои печали я прогоню. Не плачь, не надо. Тогда стану я маленькой для тебя. Ты тогда мимо не проходи, на руки ты меня усади. Не плачь, не надо.
Ну а сейчас будет ответ на вопрос, а судьи кто? Мы и так знаем, что это талантливейшие люди, члены нашего жюри. Но сегодня предстоит нам великое удовольствие увидеть и услышать их на сцене. И эту часть концерта нашего, этого конкурса, проведут замечательные артисты Владимир Винокур и Верка Сердючка. Ой, Алла Борисовна! Ой, мы в одной гамме с вами, да? Вам бы еще розу. Это вы немножко похудеть. Вы просто близнецы, девчонки. Да, оставляю вас. Спасибо. Осторожно, там такие ступеньки, что я на репетиции чуть не... Ну, я так напугали, что я уйду туда, ладно? Алла Борисовна Пугачева! Алла Борисовна Пугачева. Так, давайте, вы, как мы репетировали, вы сюда, я сюда. Давайте я, да, потому что тут все написано. Да. Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Привет, Юрмала. Вы знаете, я... Тихо-тихо, у меня маленький экспромт. Только что слушал Аллу Борисовну и придумал такой стих. Давай. Это не претензия на поэзию великую. Да, я сейчас. Юрмала! Юрмала! Ла-ла-ла! Привет! Здравствуй! Новая волна! Ахматова. Спасибо. Итак, друзья, мне очень приятно, что мы сегодня ведем с кумиром моего детства на шутках, которых я росла. Доктор, у меня это, помните, такая была? Я умирала, в детстве я с ума сходила. Ну, я понимаю, да, я ваш кумир. Да, спасибо, да. Спасибо, Вера. Спасибо. Я счастлив, что ты выросла, я тоже вырос на твоих песнях. Спасибо большое, спасибо, да. Я сейчас работаю певицей. Певица. Можно похлопать, можно. Да, если можно. Верка Сердючка. Певица и актриса. Да. Начинаем. Ну, что, начинаем. Что, меня перебило? Смотри, начинаем. Смотри, Верка. Концерт. Сейчас, идут, одну секундочку. Идут. А, идут. Да. Я ну, тяну, трудно ходить, потому что действительно, но это же жюри, это ветераны, сцены. Да, дайте же мне по сценарию. Да. Начинаем. Начинаем наш концерт вечно молодых исполнителей, ну это в кавычках, да. Далеко не новая волна. Что можно сказать про наших конкурсантов? Ну, они в возрасте, нам молодым сложно судить. Что хочешь про них можно сказать, что хочешь, потому что они все равно не услышат. Глуховато, конечно. Глуховато уже, но пенсия уже, знаете, на подходе. Выступать любят. Да, да. Они когда выходят, если вот такое скопление народа, что они думают? Шок. Да, или это концерт, или да. Консилиум врачей. Да, так что, друзья, да. Я прошу вас с Владимиром Натановичем, хлопайте да. им, пожалуйста, да, кричите очень. «Браво» и «Бис». Да, поддержите. Не-не, «Бис» не кричите, «Бис» не кричите. Концерт не закончен, у нас прямой эфир НТВ, я вас умоляю. Кричите так, «Браво», ну так, ну, «Браво», «Браво». Да. Итак, на сцене группа «Сливки общества». Встречаем. Так, нам туда, за мной. Я тут сцену знаю, это Динтарь. Встречаем. Добрый вечер. Никому на свете грусти не выдавай. Новая встреча лучшее средство от одиночества. Но и о том, что было, помни и забывай. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам, порой не так, но все хорошее не забывается.
если поверишь в это, сердце не закрывай. В сердце необитаемом снова любовь поселится. Но и о том, что было, помни, не забывай. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам. Леонид Агутин, ритм, гитара, вокал. Лайма, украшение группы. Игорь Николаев, гитара, вокал, виски, вдохновение. Игорь Крутой, рояль 1. Раймонд Паулс, рояль 2. И Александр Ревзин, барабанщик, бог. Браво! Браво! Сенсация на НТВ. А на сцене сюрприз. Да. Лайма Вайкуле и группа «Космос». Похлопаем, похлопаем больше, больше. Прямой эфир, ну что? Thank you.
среди летнего сада для нас не повторятся. Танго любви прощальное в последний раз прозвучало. Лайма ушла в космос. Теперь Жанне Гузаровой там не скучно. Лайма Вайкуле, группа «Космос». Ну, фурор, фурор. Люди в шоке. Лайма, лайма. Космос, космос. Аккуратно там, Лайма, аккуратно. Дорогие друзья, следующий участник «Новой волны», вернее, далеко не «Новой волны». Ну, далеко. Да, хотел найти себе дуэт, ну, приблизительно своего возраста, это трудно. Это очень тяжело, друзья, и, да, конечно, он человек творческий, и он нашел себе подходящую партию. Да, он нашел трех прекрасных девушек, которые по возрасту все вместе приблизительно совпадают. Да. Совпадают, совпали, да. Друзья, да, новый проект «Трое девок, один я». Как говорится... Игорь Крутой! Встречаем! Ну куда вы с этой камерой лезете? Ну вы что, сейчас хочете нас убить? Владимир Тач, аккуратно. Ну кошмар. Прямо с камерой на сцене. Нонсенс.
Чепкова, Алекса, Ирина Дубцова и Игорь Крутой. На конкурсе Браво. «Далеко не новая волна». Ох, это и Лёли, и Лёли, запомните такие слова, да? Лёли, Лёли, Люли, Люли, просто. И Лёли, и Люли, и всё на свете. Игорь, я просто, учитывая сегодня такой праздничный день, так. Я думаю, что все очень много поют, и я хотел просто, ну, спеть старинную латышскую песню, буквально один куплет, потому что на телевидении нет времени. Латышская песня старинная, которую сочинил Игорь Крутой в юности, переведет на украинский язык. Я уже Верка. Перевела. Туда. Тогда я прошу сурдоперевод. Один куплет, да. Пожалуйста. Я на русском буду переводить, кто не понимает. Да. Посвящается имениннику. Нашему. Ти ж не лякайся, що змерзнеш, лебедонько. Ти не бойся дуже сильно. От нема вітру, ні хмар. Облака, облака. Я пригорну тебе до свого серденько, а воно палка, як жар. Бить будет палками, наверное, или что-нибудь. Кольки же нет? Да, баскового. Да. Кольки нет, нет, Коля да. В самолете уже. Поэтому я и пою, да. Да. Я пригорну тебе. Сейчас высокая нота будет. Да, давай. До самого сердника. А воно палка, як жар. Владимир Винокур, Игорь Крутой. Игорь Крутой. А на сцене Леонид Агутин и Вова Пресняков. Встречаем, друзья. Вова. Ансамбль такой большой. Sunshine, sunshine reggae.
ансамбль, не знаю, как называется. Ох, понравилось людям. Хорошая пара. Прелесть, прелесть. И ансамбль большой. Это ж каждому заплаты. Следующий участник конкурса «Далеко не новая волна» в этом году ниоткуда к нам не приезжал. Просто в прошлом году его тут забыли. Ну да, он за это время слегка одичал, похудел, но, знаете, на хлебе и воде. Но зато понял, что здесь, в Юрмале, намного лучше, чем у него там, в Майами. Встречаем Игорь Николаев и чуть не сказала Наташа Королева. Игорь Николаев, встречаем! Такой красавец. Выпить не любовь. Ну что, Юрмала, лето, хорошее настроение. Ваши аплодисменты, все хорошо! Сидишь у окна, вспоминаешь о лете, и бежит по Москве темно-синий троллейбус. Ты откроешь журнал, пролистаешь страницы. Знаю, эти глаза долго будут мне сниться. На обложке журнала фотография моря. Там на синем просторе лишь тебя не хватало. На обложке журнала острова, где я не был. Даже целого неба без тебя будет мало, мало. На обложке журнала. Будут ярко мигать для тебя светофоры, и мороз на стекле нарисует узоры. Ты поправишь свой шар и сойдешь на манежный, чтобы снова прийти, чтобы снова исчезнуть. На обложке журнала журнала. На обложке журнала фотография моря. Там на синем просторе лишь тебя не хватало. На обложке журнала фотография моря. Там на синем просторе лишь тебя не хватало. На обложке журнала острова, где я не был. Даже целого неба без тебя будет мало, мало. На обложке журнала. Крутым балетом, Игорь Николаев. Молодчина. Люди с ума сходят. А сейчас страничка классической музыки. Ура! Какой классической? У нас популярная музыка сегодня, Вера. Видите ли, Володя, во времена его юности классическая музыка была попсой. А, понял.
дорогие друзья, конечно, классика. И сейчас на эту сцену выходит человек-легенда, благодаря которому до сих пор весь мир, даже не зная того, поет латышские песни. Я думаю, все знают Раймонд Пауз! А я в школе училась. Вы один лишь раз, и на нам тоже место. Обожаю вас. Горько. Сейчас люди спасибо. Спасибо. Мы пошли. Добрый вечер. Спасибо. Ты бы встал. Встаем, друзья. Великому человеку слава. Раймонд Пауз. Все встали, а вы сидите. Самые дорогие билеты. Аля, там все встали. Вот я провокатор. Тан-тан. Спасибо. Спасибо, спасибо. Я очень рад, когда я могу представить молодых исполнителей. Но на этот раз это не будут вокалисты, а будут очень хорошие инструменталисты. Эта группа очень популярна у нас в Латвии. Выступает группа Mellow M. Пожалуйста. Не удивляйтесь, это виолончель, инструмент, который в популярной музыке уже не так часто используется. А теперь наша звезда Лайма Вайкуле. А я бы хотела представить одного из лауреатов первой новой волны, Джей Стивен. Жаркий взгляд,
аплодировали зал. Браво! Браво! Раймон Паулус, Лайма Вайкуля и Джейс Фивер. Фурор, фурор, давай женись. Раймон, Лайма, браво. Давай женись, давай женись, давай женись, давай женись. Давай женись. Давай, замуж вообще-то надо, Лайма. Следующий участник, да? Готовясь к нашему конкурсу, полгода учил латышский язык. Ой, да. Какой молодец. Это знаешь? Потом он понял, что он учил эстонский. Да? Да. Но ему еще повезло, когда его слушают эстонцы, они все время думают, что все-таки он говорит по-латышски. Вы знаете, Владимир Анатольевич, он попросил, чтобы мы его не очень подкалывали, потому что он обидится и вообще заговорит на своем родном грузинском. Валерий Меладзе встречает! Сейчас истерика будет. Зачем я эту шубу одела? Боже, лето, я в шубе. Осторожно, Вероника. Вероника, осторожно. Я в шубе, ну идиотка. Ну. Меладзе Валерий.
Валерий Виагрович Меладзе. Не, ну, да, с этим конкурсом, ну, просто, я просто, ну, мне вся этот, как крутой сам, меня просто послал вчера в гримерную. Говорит, там кто-то в гримерную нас орил. Я из-за него заикаться стал. Я захожу в гримерную точно, на полу огромная лужа, и сверху плавает кусок газеты. Ну, нет, ну и лужа же желтого цвета, ну явно масло подсолнечное. Вот. Я вспомнил, что вчера один конкурсант такой в платье, вы видели, ну, нес это вот бидончик с маслом. Он натуральный разъевшийся боров. А жена еще та сумасшедшая. Ну, я ее спрашиваю, говорю, а где ваш этот мужик? Она говорит, он сейчас занят, он там в Лилу, в спальне на кровати свою жену еду и угощает, она заболела из-за конкурса. Нет, ну я аж задохнулся, думаю, я тут на конкурсе все время болею за них, а они тут, я за ними убираю, а он здесь на кровати свою жену. Вот. Я думаю, сейчас зайду, оторву я его от удовольствия. А потом думаю, ну зачем мне это? Зачем мне инфаркты? Я думаю, есть категория людей, с которыми лучше не связываться. Потому что обязательно найдешь переключение на свою же жизнь. А вы что подумали? На сцене Верка Сердючка! Эй! Пару шедевров от королевы диезов и бемолей. Маленькая динамичная премьера. Любаша, поехали! Рома! Раз, два, но! Прямой эфир, но! Люби меня! Господи, не можем включить, но! О! Рома! Раз, два, три! Люби меня на крыше и в гамаке, люби меня в Париже и в Урюпинске, люби меня счастливой, несчастненькой, люби меня красивой и страшненькой. Люби меня холопную, люби меня голодную, люби меня, как любят голуби, люби меня, меня люби. Люби меня на завтрак и на обед, люби меня сегодня и через век, люби меня в глаза и за глаза, люби меня, когда меня любить нельзя. Люби меня холодную, люби меня голодную, люби меня, как любят голуби, люби меня, меня люби. Давай, хлопцы! Высокую и умную люби и недалекую, люби меня за песни и за любовь, люби и даже если ты сейчас другой. Люби меня холодную, люби меня голодную, люби меня, как любят голуби, люби меня, меня люби. Люби меня холодную, люби меня голодную, люби меня, как любят голуби, люби меня. Если вы, друзья, одиноки, мы желаем от нашей хит-бригады, чтобы кто-то в вашу личную жизнь, пусть даже в подъезде, но именно сегодня, сделал тук-тук-тук. Ну-ну! Алла Борисовна, похлопайте! А я не знаю почему, а ты мне нравишься.
сама не знаю почему, но ты мне нравишься. И понимаю, что сама я не красавица, но сердце стучит, но сердце зовет. У нас не будущего нет, пока не прошлого, пока не прошлого. Но ты увидишь и поймешь, что я хорошая. Ла-ла-ла-ла. Сама себе вчера гадала на ладошке я, и сердце рвало. То, что встретимся, и то, что встретимся. Не знаю, где, когда и как, но точно встретимся. Ла-ла-ла-ла. От счастья нашего с тобою мир засветится. Ведь сердце ж мое не зря так стучит. Тук-тук-тук. Стучит сердечко, тук-тук-тук. Стучит и плачет, тук-тук-тук. Зовет тебя, любя. И днем, и ночью, тук-тук-тук. Ну где ж ты бродишь, милый друг? Я так устала от разлук, что кругом. Моя коллега распелась немножко. Да, спасибо. Возвращайся к своим обязанностям. Я маху забираю. Ой, а вы знаете, друзья, а на сцену опять просятся, умоляют. Группа, чуть не сказала смысловые галлюцинации, этот... Сливки общества. Да, ну вот видишь, склероз, они склероз, уже были, они забыли, что они уже выступали. Они уже выступали, чего вы опять сюда? Ну дайте же сцену молодежи. Ну вот дайте мы и пришли. Дайте мне третью песню. Нет, они лезут. Нет, времени туда. Нет. Времени. Итак, на сцене... Сливки! Нет, группа. Да, группа. Кстати, группа. 3-4. Да. Группа «Сливки общества». Хей! Ой, куда... Я не могу сориентироваться. Ой, Лайма, не узнала сразу. Богатой будешь сейчас. Говори. А нам куда идти? Зара,
Dzīvo ja tā visiem garām Arise Arise Augdama pēc zvaigzdiem kāri Dzīvo ja tā lapām pāri Arise Arise Казалось лето, не уйдет, казалось лето, а теперь Постановщик новой волны Александр Рябзин. Это был концерт жюри конкурса «Новая волна» 2005. Теперь пришло время уступить эту сцену конкурсантам, которым уже не терпится встретиться с вами, с доброжелательными зрителями. А с вами сегодня были Верка Сердючка и Владимир Винокур, Андрей Данилко и Владимир Винокур. Спасибо, друзья!